На Филиппинах год спустя после пронесшегося здесь тайфуна Хайян вспоминают погибших. Их точное число до сих пор неизвестно. В общей сложности жертвами стихии, включая пропавших без вести, стали 7300 человек. В памятном шествии в наиболее пострадавшем городе Таклобан приняли участие тысячи филиппинцев. Церемонии прошли и на месте массовых захоронений. Стихия уничтожила свыше миллиона домов. Родные места были вынуждены покинуть более 4 миллионов человек. Тысячи все еще обитают во временных жилищах. В тот же день в Таклобане прошла и акция протеста. Демонстранты обвинили власти в коррупции и растрате средств, предназначенных для помощи пострадавшим. Мы призываем к справедливости. Президент и правительство должны ответить за преступную халатность. Мы хотим, чтобы они ушли в отставку, говорит участница акции. Манифестанты требовали от властей предоставить им нормальное жилье и дать работу. В завершении акции демонстранты сожгли чучело президента Филиппин Бенигно Аквино.